2012 году в центральном районе Челябинска на берегу реки Миас вырастет первый в городе высотный жилой комплекс бизнес-класса «Западный луч». Строительство комплекса на участке, ограниченном улицами Энгельса, Труда, набережной реки Миас и торговым центром «Молния», ведет строительная компания «Западный луч», входящая в состав компании «Промышленные инвестиции». С точки зрения месторасположения, это наиболее привлекательное место для возведения нового жилого комплекса. Осваиваемый участок находится вблизи центра города и Соснового Бора. Рядом проходит важнейшая транспортная развязка, соединяющая центр и северо-запад. К услугам будущих владельцев существующая развитая спортивно-развлекательная и торговая инфраструктура. «Западный луч» — это 4 24-этажных башни-высотки, современный офисный центр и торговый комплекс, объединенные единой архитектурной концепцией. Три жилые башни «Западного луча» расположены вдоль улицы Труда. От проезжей части они отделены торговым центром. Тем самым владельцам квартир гарантирована атмосфера уединенности и спокойствия, отсутствие шума. Еще одна высотка – это третий луч единого комплекса, уходящий вглубь застройки к реке Миас. Архитектурные очертания комплекса бизнес-класса «Западный луч» современны и необычны. Каждая из высоток напоминает три луча, расходящиеся в стороны. Башни легки, изящны и стремятся в небо, словно стрелы. Недаром архитектурное сообщество России назвало «Западный луч» проектом с ярким архитектурным обаянием. Комплекс «Западный луч» – образцово-показательная модель комплексной застройки центра города. Проект включает собственную школу и детский сад, пожарное депо, детские и спортивные площадки, а также другие объекты социальной инфраструктуры. Будет приведена в порядок прибрежная зона реки Миас. Здесь появится благоустроенная набережная. При возведении комплекса применяются системы жизнеобеспечения, инженерии и безопасности высочайшей категории надежности. Телефонизация, интернет, спутниковое телевидение с применением оптиковолоконных линий, высокоскоростные пассажирские и грузовые лифты от лучших мировых производителей. Вниманию покупателей предлагаются следующие варианты квартир. Однокомнатные площадью 48 и 55 метров, двухкомнатные по 85 и 95 метров, трехкомнатные по 110 метров и четырехкомнатные по 135 метров. Будущие собственники могут провести объединение квартир и увеличить площадь до 400 метров. Застройщик согласует изменения в проект на стадии строительства. Из окон квартир открываются потрясающе красивые панорамные виды. Перед владельцами квартир, расположенных на последних 5 этажах, Челябинск будет лежать как на ладони. На первых 3 этажах башен высоток разместятся офисные центры. Площадь офисов от 60 до 250 квадратных метров. В «Западном луче» решена проблема парковки автомобилей. Здесь построят подземный паркинг, крытый наземный паркинг и наземные парковки. Пристальное внимание уделяется безопасности паркингов. Отдельные въезды и выезды с применением систем вентиляции, контроля загазованности и пожаротушения. Территория комплекса закрытая, охраняемая. Ответственность за эксплуатацию комплекса и прилегающей территории будет нести собственная управляющая компания. «Западный луч» – комплекс для безопасной и комфортной жизни.